Ребятки, всем привет, с вами Александр, снимаем последнюю серию, остается еще один день с копейками, не играл до целый день, выпал с лиги, но не хватает нам 100 баллов, мы сейчас быстренько в нее вернемся. Так, и сейчас будет у нас, как говорится, первый тестовый забег, допустим, хищник или полухищник. Я думаю, этого набора нам будет более чем достаточно. Ну, первый бой может быть вообще, вот когда вступаешь в бой, первый соперник может попасть, а какой попал. Ну, вот даже слабоватые для нас, слабые, очень слабые. Вот так, ух ты, прикольно. Блин, ну первый скриншот всегда опаздывает. Было прикольно, мегалозавр против астафриказавра. Кричи, кричи, кто, у кого там пасть побольше. Ладно, поехали. Два удара и хана. Слишком сильных я взял динозавров. Возьмем следующую пару послабее немножко. У цератозавра, да, очень слабый удар. Ну, 5 достаточно. Съел. Ну, так. Без запаса, скажем так. Даже анкилодок завалит, может, зухариптора. Но у него удар где-то будет с бонусом по 1000, да, легко. Легко может справиться. Ну, 4 балла. Тудух. Ну, сейчас мой цератозавр съест его. Тоже с бонусом и тоже довольно неплохой удар получается. Да, ребятки, я комментарии все здесь сидел, вот читал комментарии. Прокачаем индоминуса. Обязательно прокачаем. Скоро будет 40-й индоминус. У нас уже мясоедов развелось много, хищников, короче. Так что можно качать уже индоминусы. Лишь бы еды хватило. Ничего себе, на 3 места аж подвинулись мы вверх. Сейчас надо, наверное, попробовать в следующий раз мою старую стратегию. Попадать в карточку. Я уже давно, правда, не стараюсь прицелиться в нашу главную карточку Дарвиноптера. Это дело какое-то неблагодарное. Рядом попадаешь, а на нее все никак не попадешь. Потому что какая-то защита стоит. Так, это что, я так далеко? Я так далеко? Так, есть ли травоядный против него хищник? Хищник. Травоядный, нужна амфибия. Ну ничего себе. Ничего себе, это моя амфибия, вот это ближайшая аж вот там. Ну, опять будет сильная троица. Ну ладно, проверим. Ну там мастодонзавр хорош. Почему мастодонзавр? Не могли мастодонтозавр назвать? Как-то не вяжется. Два удара. Но он меня может убить так же, как... Я его, правда, даже легче. Я его легко за 3, ну он мне тоже за 3 завалит. Так, 1, 2, 3. Ну, сколько у него баллов? У него 6 баллов, 3. Завалит или нет? Не завалил, у него по нулям. 1, 2, 3. А я его легко
Эх, люблю такие турниры. Можно и денежек заработать, и повеселиться. Ну, честно говоря, что-то этот турнир какой-то совсем легкий. Не чувствуется, что вот играешь с человеком. Как будто бы играешь к обычный какой-то простой турнир. Ну, что-то люди тут ничего не мудрят. Ну, виртуальные люди. Играем мы на самом деле с настоящими противниками, а с какой-то, не знаю, имитацией. Так, он опять полностью открылся, у него 0, атаковать нужно на 1. 1. Ну, 2 пусть будет. Потому что мне защищаться больше от мастодонзавра нельзя. Не нужно, точнее. Так, ну давай, мастодонзавр с дырками в верхней челюсти. Куда проходят клыки. Так, давайте сделаем вот так. Стопозавр здесь был лишним, конечно. Давай, паразаврик. Челюсть, видели, как перекосилась у него. Так, наш шипастик победил. Два боя, мы возвращаемся. Так, давайте смотреть. Так, был там 2 трицератопса и редкая карточка. Есть, так, блин, а она сейчас, кстати, быстрее начали крутиться эти карточки, по-моему. Пытаюсь тут, ребятки, просто засечь расстояние до нашей карточки, но слишком быстро они сейчас. Раньше крутилась штука эта медленнее намного. Вот, блин. Экран уже у меня начал тухнуть, ё-моё, пришлось нажать. Нажалось, короче, случайно. Идем дальше. А мне здесь столько динозавров, что я просто не знаю. Так, если... Здесь хищник, летун, хищник. Ну, давайте так. Справимся или нет? Кто? Ну, да, нормально. Тащим. Ну, за 2 удара не сможет. Ну, блин. Блин, там Дейнахер сильно бьет. Подменится, сможет завалить. Ти, не на того он подменился. Прикиньте. А, все равно завалил. Но Дейнахер был, короче, легче. Так. Раз, два, три. Но мне, конечно, теперь нужно разобраться с Супер Флаффи. Подменится. Давай, меняйся. У него остается 2 балла. Он не может завалить. Не может. Я делаю вот так. Ну, только благодаря тому, что у него мало жизни, видите, было 1600, я еле-еле 1800 смог. Ну, давай такой на 4 и умри. Это, конечно, признание своего поражения, по большому счету. Я вот так вот делаю. И все. За один удар.
Ура! Так, ну... Ну, еще один бой. И мы будем, по крайней мере, на первом месте. 400 очков. Так, у меня здесь опять хищники. Ну, брать чисто такого легендарного. Что-то мне кажется, что мы сейчас зафейлимся. Ну, все зависит от противника, конечно. Насколько он будет умен. Так, кентрозавр хорошо. Вообще, идеально. Я идеально контрю этот набор. Каждый бой динозавр имеет бонус над аналогичным динозавром у противников. Подарок. А против нас какая-то кудрявая красавица. Так, он сейчас может подмениться и меня завалить? Нет, не может. А я могу. А их Ихтиостега меня вообще не факт, что за 3 удара убьет. Ну, за 3 завалит, а 2 вообще без вариантов. Давай, на все 3. Ну почему на 2? Вот, взял, просто затянул наш бой. Да ты что, на все 4 проатаковал? Так, ну, все, легкая добыча. Шунозавр. Победа! Очередная легкая победа. Так, первое место. Мы, конечно, в лигу не перешли, но... Рулетка стала намного сложнее, чем раньше была. Раньше можно было как-то полегче прицелиться, а сейчас она крутится быстро, что фиг прицелишься. О, у меня опять обычный набор. И первое место. Заметил, что у меня прервалась запись. Короче, я вообще травоядный. Хищник травоядный, кстати, а мои динозавры остались свободными, это прикольно. Я сразу свернул игру, запустил программу записи, думал, может, меня успеет вернуть, оно что-то там бой прекратило, но динозавры остались свободными, это очень интересно. Нифига себе, кто против нас. Чем приатродона прикажете убивать-то? У него сейчас будет 2 балла. Он меня убивает за одну тычку. Ну, по-моему, сейчас нас накажут. Ну, это просто караул. Ну, он бездарно бьет на все 4 и дает нам шанс на победу. Он оставляет нам шанс на победу.
Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ну вот так. Так, эта барышня против нас играет. Бездарно она поступила, очень глупо. Сменяется, у него три, может завалить нас. Но предпочел не атаковать. Так. 5 баллов. Опять сменился. 4 балла. Атакует на 1. Осталось 3 балла. Раз, два, раз, два. Ну, наверняка тогда. Вообще ничего не поставил. Не поставила. Если быть точнее. Так, 7. Такую-то 4. Осталось 3. Так. Ну, я его не могу завалить. Он поставил это в защиту. Хорошо, у него 5. Ну, атакуй на все 5, давай. Молодец. Ну, все. Блин, ну я, честно говоря, рассчитывал, что все. Мы тут справедливо проиграем. Но нет. Удача на нашей стороне. Ура! Так, ну вот один бой, и мы попадем уже куда нам надо. Еда. Ну, дорисовали бы нолик, хотя бы 2. Я был бы рад такой цифре. Так. Пойдем таким набором. Это 100% победоносный набор. Ну, хотя, ну, сильнее нас не буду, даже если были бы противники, контрящие нас полностью, но уровня чуть выше легендарного, все равно мы бы могли затащить. Можно укусить. Все равно еще нужно бить на 2. Ой, у него 3. Почему он не атаковал? Он же мог меня съесть. Я его не понял. Это величайшая какая-то глупость. Происходит неизвестно что. Вместо того, чтобы убить, он тратит баллы просто на защиту. Вообще трэш какой-то происходит. Сейчас потратит все баллы, чтобы меня убить. Вместо того, чтобы потратить 3 балла, он сейчас будет тратить 6. Выходи. Время заканчивается. Покидай игру. Я атакую на 2 и все. Трусишка. Ну, такое у нас первый раз попало. А, ну, может, он проснется на второй бой. Нет, противник покинул игру. Нет, 2 в защиту поставил.
Надо было атаковать на все, что-то я тоже фигню какую-то сделал. У него, он пацифист, он просто не атакует. Зато татуху себе на плечо набил. Победа. Ура! Мы наконец-то на 99-м месте. Помчались дальше. Так, у меня уже горло болит. Уже время позднее. Тут играю уже полчаса. Ну вот нам еще чуть-чуть осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь динозавров. Так, хищник. Травоядный. Хищник. Хотя надо брать уже... Травоядный нужен для следующей пары. Ну, вообще отлично. Меня устраивает наш набор. Можно атаковать. Не бояться, как говорится, смерти. Ну и за три удара он убить не сможет. Проатаковал на два вместо трех. О, вот это вообще удар 160. Сейчас нас просто покромсает. Бьем тоже на 3. Так, ну что, тащим одним индоминусом? Нет, все-таки решил атаковать на 4. Можно было поставить защиту и победить его. В атаку кинтрозом. Вперед. Так, вот у моего же телефон не выдерживает. Уже хочет закончить этот бой, как и мое горло. Но мы еще продержимся. Ничего себе, 97 место. Эх, рядом был Дарвиноптер. Так. Амфибия. Травоядный. Амфибия. Погнали. Телефончик так нагрелся хорошо. Градусов 50 точно уже есть. Ой. Смотрите, какие слабаки нам попались. Это какой-то сбой в подборе противника. Это называется побеждаем одним пристазухом. Зря потратил критозавра. Молодец, что он атакует. Не будем задерживать наш бой. Один удар и хана. Ну, а Карнораптору вообще ничего не светит.
Молодец. Люблю таких агрессивных игроков в такой ситуации. Ну, десяток карнорапторов, даже больше, завалили одним ударом. 10, 11, 12. 12 штук, короче. Загадочный набор. И сейчас у нас будет последний бой. Так, ну вот так пойдем. Можно было еще эту парочку тоже разделить на два и сделать еще два боя, но уже я устал уже, не хочу. Ух ты, ничего себе, Раджастега против нас какая. Отлично. У нас супер набор, называется «Уничтожители Раджастеги». Кстати, я ее и не видел максимальной прокачки. Два балла потратил он. Отлично. Была Раджастега. И не стала Раджастега. Это вот был единственный динозавр, который у него был силен. 4. Ну, не знаю, что ты можешь сделать со своими 4 баллами. Атакуй. 3 балла. Атакуй. Вот так давайте. Я специально поставил один в защиту, чтобы выжить. Потратился. Да атакуй на все 6. Вот что он думает себе? Я его за один удар могу убить. Даже если он себя в защиту поставил, он проиграл бы. Ну вот. В общем-то, второй наш такой вот затяжной бой. И бои просто, ну, легчайшие практически все. Ну, вот как-то противники перевелись. Не тот уже нынче турнир Jurassic World The Game. Все как-то просто. И мы поднимаемся на 95 место. Вот, ребятки, я же вам говорил, будем на 95 месте. Вот мы тут и оказались. Можно было бы еще подняться повыше. Но это будет уже завтра. 60 тысяч монет, которые мне никуда не лезут. И на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.